Пользователь приложения сообщил о торговле оружием. Торговать оружием посреди улицы? Смелость или глупость? Будешь так вести дела? Это человек! Ау! Бросайте товар! Надеюсь, это водные пистолеты. Что, нет? Тогда я должен вас остановить. Ну, держи! Я здесь! Прекрати!
помогите! Эй, помогите! Ну, держись, пацан! И пусть это будет вам уроком. Короче, не делайте так больше, хорошо? Уйду, пока не приехали копы. Да опять будут лекции читать про мстителей. Воруют припасы. Я отметил место на карте. Водитель Пира один не справится. Надо спешить. Откроешь дверь и уйдешь отсюда живым! Мастерская Пина в Виллидж. Мне надо попасть туда. Сбежавшие зэки взяли заложников и перекрыли улицу. Сегодня мы уроем паука! Ребят, может вы как-нибудь, ну, без стрельбы разберетесь, а? Нет? Ну ладно. Yeah!
уходи же! Потихоньку переловим всех, кто отбился от конвоя. Кажется, подпольщики здесь что-то прячут. Человек-паук ворует у подполья? Мы его не допустим! Тебя крышка! Ты нам не ровня! Ты нас не остановишь! На рекламном щите появился логотип подполья. Очень подозрительно. Это мне пригодится. Всего времени лежит под этим праздничным поездом. Надо сдвинуть его с дороги. Сейчас три пойдут. Надо было рассказать об этом общественности. Например, на заседании городского совета. Мы достали его!
наручники из подполья! Я попала! Подождите! У вас проблемы! Пострадали. Что подполье, что Роксон. Дебилы. Не вешай нос, парень-паук. Осторожней! Ванзе, это совместный труд. А вот сиди сам. Восемь ночей подарка. Мой любимый праздник. Значит, потанцуем! Правда, он? Не стоило тебе сюда приходить! Паук на прицеле!
приказ! Отыщите его! Это Человек-паук! Уничтожить! Ну все! Чего эта дрянь сделана? Прикройте! Отыщите его!
Он здесь! Ищите дальше! Зачистить сектор! Одного, но я всех победил! Напиваться в барах – это не... Мама будет в шоке! Подпольщики взломали щит. Наверняка они где-то рядом. Какого? Она подарила мне на Кванзо ключ от своей квартиры. Я, чувак, ты что ты теперь съел? Ну ладно, побери. Я засек какие-то... Навожусь на цель. Так, теперь надо их выследить. Зачем им эти щиты? Пугать и бинго! Подполье!
Реклама? Где вы на нее деньги берете? О, да. Вот такое внимание я имел. Должен быть где-то здесь. Сигнал чист. Может быть, Ганке сможет написать блокировщик рекламы от подполья? Плохие новости. Кто-то грабит грузовик пира. Водитель пира один не справится. Надо спешить. Не стоил. Слава богу, Человек-паук! Все будет хорошо! Прочь! Осторожно! У них подмога!